Друзья мои, всем привет, с вами Никита, и сегодня мы продолжаем играть на проекте ZenKRMP. Ребят, спасибо всем, кто ставит лайки. Вот столько лайков набрал прошлый выпуск, и вот столько набрал позапрошлый просмотров и лайков, друзья. Это реально просто офигенно, спасибо вам всем огромное. Собственно, ребят, потихонечку начинаем снимать, и начнем мы с того, что, собственно... Ребят, очень прошу вас всех подписаться на мой телеграм, ссылочка находится на него в описании. И также ссылочка, сейчас вы видите на экране QR-кодики, друзья, пожалуйста, просто заходим, подписываемся, друзья, добиваем сотку подписчиков и делаем какой-нибудь четкий прикольный розыгрыш на бабки, друзья, что-нибудь придумаем на стриме, что-нибудь разыграем. Так, собственно, ребят, смотрите, что мы будем сегодня, чем будем заниматься. Во-первых, давайте сразу слэш-кар, BMW M8, мотафакер, загрузить, где она у меня загрузилась, а вот хрен пойми, где она у меня загрузилась, я не знаю, ребят, это единственное, что здесь мне не нравится, это то, что... Так, подождите, отметить на транспорте. Так, отметить. Где она у меня? Мне вот единственное, ребят, не нравится то, что постоянно постоянно машина где-то у меня вообще находится непонятно, короче, и нельзя телепортироваться по карте. Вот это, друзья, тоже мне на самом деле не очень нравится. Полетели. Так, смотри, мы можем, в принципе, изменить слэш-флай, изменить скорость полета. Давайте на 600 поставим. Сейчас должна быть скорость просто неимоверная. Вот, друзья, уже лучше. Сейчас будет, конечно, провисание некоторые, друзья, вы знаете, потому что город будет прогружаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. О-о-о-о-о-о. Друзья, ну мне кажется, это на любом компе, наверное, так, скорее всего. Как бы прогрузка, друзья, прогрузка сама по себе должна быть хорошей, такой, прям, знаете, жесткой, прям, чтобы прям капец. Так, слушайте, а я, по-моему, пролетел. Я пролетел куда надо, ребята, сразу. Я. Ну, все видят вот этот Матис, вот этот, ну, вот что это? Как бы, ну, что это такое? Ну, номера казахские, как бы, я представляю, что, ну, в принципе, они более-менее нормальные. Да, ребята, это капец. Так, ладно, мы с вами сейчас, а что, где у меня машина моя? А, она вообще находится вон где-то дальше, друзья, где-то она подальше находится, где-то... А, ну да, мы запарковали ее вот здесь, вот она, друзья, моя бэшечка. Так, собственно, смотрите, ребят, что мы сегодня рассмотрим. Сегодня давайте, наверное, мы с вами посмотрим, не знаю, все посмотрим. Все, что есть, друзья, все, что нету, все рассмотрим. Так, что по вывороту колес так же? Нет, ребят, колеса сейчас выворачиваются нормально. Я бы хотел сейчас, друзья, посмотреть настройки дрифта. Добавлю настройки, друзья, дрифта, то есть можно просто изменить колеса. Давайте сейчас посмотрим. Смотрите, мы с вами берем наш чайзер, где он у меня находится, Toyota чайзер. Или лучше на марке, наверное, будет. Не, давайте лучше на чайзе. Так, отмечаем машинку, друзья, нашу, и смотрим по карте, где она у меня вообще находится, где она у меня вообще припаркована. И еще мне не нравится, друзья, что, видите, очень маленькая меточка, прям просто неимоверно маленькая машинка беленькая. И, может быть, вы сейчас ее, друзья, уже увидели, да, но вы не можете мне этого сказать. Идет, кстати, капт, ребят, капты добавлены, то есть, вот она моя машинка нашел. Добавлены, друзья, капты. Поэтому тоже это на заметочку вам всем, что можно спокойненько, друзья, каким-то образом вообще попадайте, друзья, в банды и просто все делаем по красоте душевной. Я так понимаю, машина моя находится, наверное, вот здесь. Да, друзья, машина моя находится здесь. Ребят, можете на капты, в капты участвовать, короче. Можете добавляться в любую группу, вообще абсолютно что хотите, то и делайте, друзья. Блин, сдалека, сдалека, я думал, это бэха у меня, а это на самом деле нет. Это все-таки чайзик мой черный, друзья, я, наверное, на нем сегодня буду кататься. Так, смотрите. Загружаем. Вывороты, как вы видите, сейчас, друзья, стандартные. Ничего, собственно, особенного у меня нету. А что у меня, собственно, с видом от первого лица? Странновато, друзья, маленько. Ну да ладно, так, потихонечку подвеску-то отрабатывает хорошо. Так, у нее хватит скорости сейчас нормально все красиво сделать. Поэтому мы с вами прописываем /GPS. Заходим, друзья, сейчас с вами в тюнинг обязательно. Смотрите, пишем тюнинг. И давайте попробуем сегодня. Я хочу это сделать. Вот, тюнинг. Где у меня эта меточка? Вот. Боже, друзья, я не знаю, от чего такие провисания, конечно. Напишите в комментариях обязательно, я не знаю. Так, собственно, сейчас вот, кстати, мы проехали мимо, она была рядышком. Сейчас давайте тогда быстренько попробуем с вами поставить чисто выворот колес. Только выворот колес поменяем, и все. И я думаю, что можно будет сейчас маленечко похасанить на ней, друзья, на этом часике. Потому что он нормальный, он по скорости, его хватает, я думаю. Сейчас посмотрим, если что, поставим первый стейдж. Так, смотрите, друзья, выходим в остальное. Нажимаем Enter. Вы должны установить все улучшения по порядку. А если я не хочу? Подожди, уровень 1. Вот, смотрите, уровень 1. Спускаемся вниз. Выворот. Увеличить на 5 градусов. Так, давайте сейчас попробуем выехать и посмотреть. Так, все, выворот уже, друзья, улучшен. Сейчас, наверное, будет уже по-другому совсем смотреться. Сейчас попробуем выехать с вами на, собственно, на трассу куда-нибудь вот сюда. И давайте попробуем здесь бачкенским... О, так она вообще, друзья, боком не идет.
ее сразу выруливает, и поэтому, друзья, нужно добавить, я так понимаю, давайте сразу накинем тогда сейчас с вами, собственно, маленько скорость, и первый стейдж добавим, я не знаю, посмотрим, сейчас, вот, блин, она заворачивает, конечно, очень широко, друзья, выворот добавлю, выворот, мне кажется, хватит, ой, прошу прощения. Ну, или давайте все-таки, давайте, наверное, мы с вами сейчас попробуем поставить выворот еще на 5 градусов побольше. Так, смотри, заезжаем, нажимаем Enter, и давайте колесики еще улучшим на одну, увеличить еще на 5 градусов, друзья, давайте выйдем, посмотрим. Так, ну вот, вот так уже более-менее, да, вот так уже неплохо. И осталось добавить только ей скорости, потому что задний привод уже... Так, смотрите, давайте поставим выхлоп, установим, давайте так поставим его. И давайте... Как вы думаете, с выхлопом хватит? Вот с выхлопом уже она по-другому совсем себя чувствует. Только она, блядь, не ездит с таким выворотом, она, друзья, вообще не катается. Смотрите, ребят, что происходит. Давай, малыха, давай потихоньку хотя бы. Она вообще не едет, ребята, посмотрите, она просто шлифует на месте. Только прямо на ней можно ездить, короче, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ребят, супер. Ой, вот сейчас что-то было неплохое, да, по-моему, ребят? По-моему, сейчас что-то было хорошее. Так, попробуем сейчас. Попробуем. Вот, ребят, что-то уже более-менее, смотрите. Вот сейчас дрифт чайзер, я думаю, сейчас неплохо будет смотреться на самом-то деле. Потому что уже как-то покруче. Так, здесь капт проходит, ребят. Я думаю, с капта надо, наверное, подсваливать. Так, бачкенским раздаем, друзья, поехали просто. Во-во-во-во-во, друзья, посмотрите просто, какой выворот. Ну, все, я уже примерно понимаю, что стоит, наверное, сейчас F9 прожать, друзья, и просто попробовать хасануть здесь с нормальным выворотом. Так. Во-во-во-во-во, друзья. Не, ну, слушайте, неплохо. Блин, ну, здорово. Посмотрите просто, какой выворот. И его, кстати, я, правда, глушитель поставил не туда маленько. Его хватает, но видите, она на месте просто, друзья, в бок не едет. То есть это надо разгоняться и потом уже поворачивать. То есть разгоняешься и поворачиваешь. На месте она разворачивается, друзья, спокойно. Вот, взял, развернулся и сразу дал газу, друзья, и поехал. Просто, ну смотрите, как бы, вот берешь, ручник зажимаешь, друзья, и пошел бачкенским. Смотрите, смотрите, что происходит, вы видели только что это было. Вы просто берете, зажимаете ручник и просто смотри, боком. Вот так, вот. Уже что-то хорошее происходит. Уже как-то здорово получается, уже неплохо. Так, музыка в салоне, я не хочу. Ах, развернуло. С таким-то выворотом развернуть, я думаю, вообще не должно было. Тихо, малыша. Перекладочку делаем и пошли бачком. Не, ну, ребят, слушайте, неплохо, по-моему. По-моему, очень даже неплохо, на самом-то деле. Я думаю, что за такое, ребят, реально можно влупить лайк. Посмотрите просто, что происходит. О-о-о-о-о-о. Это здорово, друзья. Это реально очень здорово. Это, блин, это просто пуля. Единственное, ребята, глушитель, видите, поставил в салон. Он у меня находится в салоне. Но я думаю, это не страшно, как бы, ребят. Здесь можно детали менять. Я, видите, я ее не передвигал, детальку. Так, давай. Блин, ребят, это здорово. Собственно, ладно, потихонечку посмотрели стейджи, отлично. Это уже мне, на самом деле, доставляет, это уже здорово. Кстати, вон стоит машина, по-моему, с техническими улучшениями. С визуальными, точнее, улучшениями. Ну, это смотрится классно, конечно. Диски бы, конечно, не очень поставить на этот часик, друзья. А так, в целом, смотрите, выглядит просто, я не знаю, это просто шикарно смотрится. С перекладкой просто вот таким вот углом даешь просто и выворачиваешь сразу. Это, ребят, реально очень здорово. Реально, лупите, пожалуйста, лайк, обязательно подписывайтесь на телегу, и мне будет безумно приятно. А можно полицейский разворот сделать, нет? Тут, наверное, такого нельзя сделать, наверное. С таким... А! Во-во-во, получилось, смотри, дальше пошли. Давай, разгоняйся, часик, пожалуйста. Так. Тихо. Спокойно. Все, я машину убил. У меня он просто, друзья, уже закипел мой часик, короче, я не знаю. Не, ну это было здорово, ребят. Это реально было очень здорово. Вот так просто берешь. Мелстрой просто там кайфует, блядь, в этом часике. Это, ребят, это очень здорово. Посмотрите, просто ее вытаскивает, я не знаю. Просто встаешь, так вот ставишь колеса, вот так и показываешь всем людям, что у тебя просто конский выворот, блядь, я не знаю. Просто смотри, вот колеса даже, диска даже не видно. Смотри, какой выворот. Здесь не так, а здесь именно жестко. Выворот, кстати, ребят, неправильно сделан на самом размере. Видите, здесь колесо плоско справа. Вот, а слева, видите, как оно получается, кривовато. То есть
Такого не должно быть. Я рулю влево, машина едет вправо. Это вообще нормально, нет? Давай, часик, пожалуйста. Все, ребят, последний пробуем, последний момент. Пробуем сейчас еще раз бочком зайти аккуратненько под ваш лайкос, друзья, прям вот, прям жестко. Так, перекладочка вправо и пошли, 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 пошли. А-а-а! Опа. Так, ребят, здесь какие-то технические работы идут. Во-во-во-во, давай, 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 давай. Просто едем боком, блядь, просто, я не знаю. Давай, 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 малыш, давай, 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 вытягивай, вытягивай, вытягивай. Блин, ребят, это вот сейчас можно вот здесь пройти будет. Вот здесь вот можно было бы пройти сейчас нормально бочком. Так, полицейский разворот. Не фартануло. Не, ну это, ребят, это классно, реально очень здорово. Я думаю, что это реально просто пуля. И, в принципе, друзья, я так думаю, что, наверное, можно уже потихонечку переходить к следующим улучшениям проекта, друзья, то, что добавлено. И ставьте лайк, обязательно подписывайтесь, друзья, и погнали смотреть, что есть еще на проекте. Пунька, друзья, и мы с вами находимся сейчас на месте работы пилота. Я думаю, сейчас здесь будет интересно, друзья, давайте посмотрим. Можно устроиться на работу пилота. Давайте попробуем устроиться в служебное помещение пилот. Управляйте воздушным судном, обеспечивая авиасообщение с государством игрового мира. Окуни тень... подожди, окуни... Окунитесь в атмосферу пилотирования на волне с другими игроками. Чем больше вы летаете, тем больше зарабатываете, улучшая свои навыки. Начать. Работа пилота доступна с 5 уровня. Оу, ноу. В очередной раз напоминаю, друзья, что админы просто конченые, блять. Я написал два раза, что, собственно, снимая видео, такой ник такой-то, такой-то, блять, выдайте 5 уровень. Пишет, не выдаем, ни при каких условиях ничего не выдаем. Я говорю, блять, я снимаю ролики, блять, алло, здравствуйте. Он такой, не выдаем. Еще дали репорт, короче, ой, бан, точнее, на 15 минут капс. Блять, я не знаю, седой, убирай их нахуй, просто конченые ебланы, блять. Так, ладно, собственно, не покажем мы, собственно, сегодня вам работу, друзья, извините за мат, потому что, ну, реально, просто, я не знаю, админы просто инвалиды, блядь. Так, что мы с вами сейчас будем делать, друзья? Что мы сейчас с вами замутим, что мы сейчас с вами сделаем? Мы сейчас с вами берем, по красоте душевной, телепортируемся с вами на контейнеры, потому что, ну, а чё, что мы тут сейчас с вами сделали? Да ничего, потому что в очередной раз админы доказали, блядь, что, блядь, он, по крайней мере, мог, блядь, сейчас спокойно взять, и написать главному администратору, типа, что Никитос тут просит, блядь, выдать админку, ой, не админку, а уровень. Дабы я показал работу пилота. Они этого делать не стали, блядь, они просто затупили и сказали, что, типа, не выдаем, даже не стали разбираться. Я таких людей просто, блядь, ненавижу, это просто конченые инвалиды, которые, блядь, вообще, я не знаю, у меня просто слов нет, нахуй. А чё я лечу-то в другую сторону? Я даже не могу, друзья, конты заспавнить со своей админкой, блядь, наверное, 0.5 уровня. Я не знаю, что это за админка. Короче, не знаю, ребят. Вот, седой, во-первых, так ролики снимать невозможно абсолютно. Когда я не могу не показать, блядь, ни контейнеры, не могу показать работу, потому что конченые админы, блядь, не выдают, нахуй, ни уровень, блядь, ни мозгов у них вообще нет просто, я не знаю. Нормальный бы админ телепортировался бы, сказал бы, блядь, Никитос, так и так, напиши там, не знаю, Сидому, напиши там Джейку какому-нибудь, там, не знаю, хоть кому. Все такое, блядь. Просто, я не знаю, не разобравшись, просто 15 минут бана, на нахуй. Короче, ребят, ладно, будем потихоньку заканчивать. Ну, седой, тебе на заметку, братуха. Я с первым уровня админки я ничего не покажу. Как бы это тоже бред. Как бы конспавн тоже не работает. Так что, ребят, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Мы были на проекте Зейн. Залетайте, ссылочки все находятся в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока.